Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Псалмопевец Давид, прошение. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научи беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я отдал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, а благодетельствуй, Господи. По благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.